Нені тосты дамна? Тосты ба? Аа. Здравствуйте. Тонда, ассаламу алейкум. Ева Коверик. Издеп жүргөндөр үчүн азыр кышында өтө керек. Мындай өзүбүздүн тууганыбыз менин жердешим болот экен. Кушунда ковриктик керек экен. Борту менен борту жок, любой кааласаңар багажник тууган тестер болот. Мындай иледин, подпятник дедиңби? Мындай кааласаңар водительский кушуна коюп берет экен. Общий стоимость 2700 ковриктер комплект. Кааласаңар бортун башка свет кылып, кааласаңар демалсаңар болот. По факту келсеңер да болот. Я улосо заказал кое, предоплатал кое, заказал кое, сон гель, дар да кое, на кое было. Так что другого масштаб гон уже образец для барекен, а лады ульчо или главный, да гоп масштаб ты на ктай дар да мисал гон чо. Образец пардит, но все равно гель для ульчо шкректе. Рынок Красногорск, даже вы росли касом вам маркет конс, касом вам не мысли. Телефон номер полный жазып, ну что на гель заказывал сам было то. Азады. Машинам ойка открып койдум. Меникида тестеси эвакуирик суу толуп эле адам жүдөт атат. Мен дагы ошо багажник менен кирейин деп жүрдүм эле. Стикер алат окшойм. Тонировкага келиптир. Полный кылат. Канча ошо черетиго? Эгер мындай немеси болсо, форточкасы болсо. Өзү 2,5 миңден. Өзү 2,5 миңден эс негизи 50 баа. А так скидка менен 2 миңден. Эгер муну ал жок болсо, мына форточка деп ушуну айтып коет экен. Бул да тонировка болот экен да. Жок болсо так 1,5 миңден. Эконом класстагы машинелер бул комфорт плюста. Аклейканын местосу бош турат, анан келгиле мына аклейка турат. Кире бериште мойка кылып туруп тазалап туруп киргизет. Аклейкалар белый желтый да тургандар, эконом класстагы машинелер 12 миңден госполоса ошого кирет. Комфорт плюстагы 14 миңден башталат. Желтый болсо, весь желтый болсо, үстүнө 2 миң кошулат. Ошондой. Химчистка адам, жасаган адам таппай атабыз. Химчистка жасаган адамса химчисткадагы анан полировканы, ошо полировканы. Өзүм полировка жасагам, үйрөнүп алайынбы? Полировка фар, полировка кузов. Өзүм машинама жасап үйрөнүп алсам. Өзүм эле ошо полировкада иштегенче түнү такси кылсамбы? Сухой туман 500 сомдон болуп атат. Кирсеңер парковка кеңири, ичи жылуу. Үшүбөйсүңөр тургандар. Киргенде эле мына. Бул жакта сервис. Бул жакта клейка. Бизнесте путеолист болобу болбойбу дегендерчи, мына карточка фрактовщика деп жасап алып көргөзүп алган, көргөзүп алган болот. Негизи мындай да, путеолист только лицензиясы бар машинага болот. А бизде лицензиясы жок, мына бирөөнүн карточка деп путеолист жасатып машинаны текшертип, метиктен өтүп жасатып койду. Эмне болсо сурап берип койгонго. Негизи путеолист лицензиясы жок болсо такси кылганга болбойт. Бирок бизнесте путеолист лицензия алынбайт. Ак светке, кара светке. Анан ушундай бирөөнү каршы келе берет. Официальный техосмотр. Экономдорго 1000 рублей дейт, эгер эч кандай бир косяк-косяк жок болсо. Грузоволорго, бир тонналык грузоволорго, портер, сортер 2000 башталат. Биринчи заказды алдык, биринчи заказды алдык. Эмне деп коет эле? Патчин деп койгон. Здравствуйте. Ага. Понял. Налогу едем, да? Ага. 20 минут 1000 рублей. Өлді ғо? 9 балл пробка. Туғандар. 9 балл пробка. 33 минут деген жерде 40 минутта жеткізіп жатамыз. Үшінші заказ. Бонус берді. Мындай бөлүп берет. 90 заказга 17 000. 30 жапсаң 5 000 аласың, 45 жапсаң анандай аласың, ушинтип алып кете бересиң. Бүгүндөн баштап ошого долгая поездкаларды коэффициент менен берсе алабыз. Без коэффициент берсе албайбыз. Эмнеге алышыбыз керек? Едем с вами штопор, да? Шарка Почетниковская. Пожелание к поездке у вас будет? Мне кажется, и так же прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Алейкум ассалам, брат.
Симферопольский бульвар, да? Да, да, да. Брат, а что, белый тоже же работает? Да. Слушай, а вам можно по полосе ехать? Не, по полосе нельзя. Да. По полосе только могут те, у кого есть лицензия. Ну, по белому даже не скажешь такси. Проезд Невельского, да? Заказал гамда, сөзсіз немеден чығып қалғанмын да, Лидиядан. Қаншамшылы ұнтып қойшы мүмкін. Атақ чығып қаламын. Қазір заказ қалсам 6 минуттық жол екен. Байқылын бастым, 2-3 минуттан кейін шығайын дедім, заказ беріп қалды цепочкаға. 1 минутта берген. Барсам қыз ол жерде күтіп отырды да. Бұны түсірдім. Ешті жаппар тұрды, екін отырғыздым да, жеткізіп қойдым. Бір елге алды, кафесімен берді, берді болғанда да, ше. Кафесім қайнады. Аңғара алачы. Храни его на письменном столе. Храни его на письменном столе. Где ноты неоконченных мелодий. Где ноты неоконченных мелодий. Снится свет на заре. Снится дом на горе. Где вечерами даль далека. Своей любви причал. Но вот уже мой дом. Как же? Спасибо. До свидания. Всего доброго, до свидания. Удачной дороги. Спасибо. Ой. Извините. Ничего страшного. Ой уж. Вдова кен. Өзі 40 жаста кен. Өзі дағы байқында Ирина Круг, Михаил Кругтан ұрларын ұғы алып, жолда жасына қайда отырғанын кішін ичу алып. Илап келді. 3-4 тірі ұрлып қойдық шөйт, байын илап келді. Сорат алмаймын, мен сорат. Кәнді сорат алмаймын мен тұрауы. Илабаймын, өзіңді ұрма демектін. Шындай да. Күйесі, күйесінен ажырап қалса. Үшіншін тұғандар. Көніп қалған адамдан ешқашан адам не мал баш керек, ажырабайлы қойсыншы. Ой доктор үйленгілі. Қолыңарда машинасы бар, маға келшет балдар. Үйленілікпін дейді. Қолында машинасы бар. Алдында үйі бар. Үйленбе жүрші деп тоға қылдым. 30 жасқа шайынып қалғанда. Мен де 30 жасында үйленгенмін, бірақ тағы да өкінем, кеш үйленгенмін, бірақ құлаға шүгір. Так, 30, 22 минутта келе, илағаннан шашпай айдап келдім. 30 минуттық жол, 1800. Иня ойолу, кайсен тайдава да. Бики таза бизнес стейгиде о. Карагылач, пальто. Ким мына? Кыргыз, орус, кыргыз эле окшойт. Меники кирмет чыкпайды го, туяна. Ва, жөтөл түйдү го. 5 минутка 1400. 1 километр. Садаң болоюн, ни садаң болоюн. Оценканы жиндиги кылып коёюнчу. Вежливый. О, мен өмірімді оценкаға қойдым. Клиентті оценкаға қойсам болады екен да. Пассажир пристегнулся. Точно указан адрес. Приятная беседа. Бережное отношение к машине. Бұндай заказдарға оценка қойбайын. Кімдерге қоямын? Вань, мы приехали. Надо оплатить. А, слез? У тебя есть деньги оплатить? Тебе надо рафайзить. А, блин, точно. Да, Рик. Тебе надо рафайзить в банке есть? Да. Теперь ты же положи на твой счет. Ты можешь это как-то перевести? Две 700. Да, все, деньги пришли. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я очень пьян. Теперь данчалок купил.
3000 которушту. 2700. Закрывайся, сезам. Кайф, сен дазайып баратат. Сен кирде жакшы эле. Карасаң, дуэт бүп вообще арчып айтат. Өл. Дворник алайын десем, автобуста. Эми прям неме жок экен. Неме болбойт экен. Мындай оригинал зимний дворник болбойт экен, мындай все сезон колот экен. Ошону алайын десем, 8000 дейт. Скидочный карта менен эшо. Без скидочный карта менен 9000 канча? Ё-моё, дедим эле буну. Ак кисим. Колодка алып, передний 2 колодка алып. Ошо акчам жетип там буга албай койдум эле. Алыш керек, ошо ачып айтат. Мен тоңуп калып элем. Сез сезон ушундай эле болот, просто мен үстүндө бирдеге кийилип болот да мынака. Анан ал кандай жардам берет билбейм мына. Ачып айтпай вообще. Баштан кебетесин карагыла. Кагарып толуп калып элем. Мен эле рейд болуп атат. Мына жерде постоянно тосуп алып турчу экен. 1 2 3 4 тонну тосуп алып турчу экен. Вижу тебя, красивая, милая девушка. Садись сама. Здравствуйте. Здравствуйте. Едем в Химки, да? Да, все верно. Пожелания к поездке у вас будет? Нет, никаких. Хорошо. Хорошо, всего доброго, до свидания. Өлдү го? Вообще арча албай калды го. Мындай. Мындай десем мындай. Встречный кар жаганда вообще дворниктин духу түшүп калды. 27 минута. 1951. Саат түнкү 3'кө 5 минут калды. Мен оймуча. Уйкум деле келген жок негизи. Чарчаган жокмун бирок. Домойду коюп үйгө кайта турган убакыт келди. Как раз үйгө 8 километр экен. Химкиден Бирлөө жака. 8 километрге токтоп туруп тазалап коюн эми. Бүгүнкү смена ушу менен аяктады. Домой заказ берсе берсин, бул эмки атмай айдап атат. Мен через центр заказ ала кетем заказ. Акча вывод кылбайбы, канча акчам бар экен? Таксопаркым бар да туугандар. 4500. Бул бүгүнкү кечеги мурдагы иштеген 3 күндүк акчам. Эми наличкалар да болот атпайбы? Вывести кылабыз. 24559 болот калсам болот экен. Саат ровно 3 болду. Канча мүнөт акча түшөт экен көргөзүп коеюнчу. О! Акча түштү туугандар. Акча түштү мына. 1 мүнөттөн өтүп түштү бирок. Ну, ничего страшного, болуп турат. 2 жака чыгып алып туруп алып турган. Мени тосту да мына. Селый ден. Гай жокко жүрсөм үйгө кетип атканда тосушту го?